Здравствуйте! Вы смотрите духовно-просветительскую программу «Лампада» в студии Лариса Степкина. Сегодня проповедь о причинах разрушения семьи. Мы расскажем вам, что является основой христианской семьи. В рубрике «Православие в вопросах и ответах» вы услышите, нужна ли человеку семья. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня память святых князей Петра и Февронии. И мы уже память их совершаем как покровителей супружества, и очень чтимы эти святые, и очень много и молодых людей, и семьи молятся им о благополучной семейной жизни или о том, чтобы устроить семейную жизнь. Святой князь Петр, когда он еще был молодым, он страдал тяжкой болезнью. И святая Феврония, дочь пчеловода, его исцелила. И вскоре они поженились. И, конечно, много им пришлось претерпеть испытаний, чтобы сохранить верность друг другу и сохранить истинную семью. Почему сейчас, в наше время, мы не можем сохранить и быть такими семьями, как были святые благоверные князь Петр и Феврония? Ведь от этого зависит, конечно же, и будущее государства, то есть процветание государства и даже существование государства. Ведь семья – это как малая ячейка, малая церковь. Если эта ячейка будет здоровая, можно так сказать, вот, то, конечно же, много ячеек таких составляет государство. Вот. И, в конце концов, и в государстве будет тоже все хорошо, то есть протекать и на политическом, экономическом, на всех уровнях будет все протекать нормально. Если семья разрушается, то если разрушается это много семей, то разрушается и государство. Поэтому эта тема, она действительно очень актуальна в наше время. И в государстве оно тоже имеет высокий уровень. Заинтересованы, как все-таки сохранить семью, как и спасти ее. И вот церковь, она уже знает все ответы, как сохранить семью. Причина, от чего наши сейчас семьи разрушаются, от того, что мы не умеем любить. То есть у нас сейчас другие понятия, что такое вообще любовь. И вот апостол Павел говорит хорошее определение, что такое любовь. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Вот верное и точное высказывание, что действительно любовь не ищет своего. Вот это очень точное слово апостола Павла. А в наше время, как сейчас понимается? Вот, и понимается, что человек ищет как раз своего, ищет угождение только себе,
ищет каких-то своих выгод, но ни в коем случае не хочет он жертвовать чем-то. Вот это наша беда. Сегодня, 8 июля, день памяти святых благоверных Петра и Февронии. В православии их называют небесными покровителями и заступниками семейного благополучия. Вспоминая об этих святых, невольно думаешь о неблагополучных семьях, о появлении все большего количества социальных сирот. Для того, чтобы помочь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, в Полоцкой епархии был создан Центр защиты жизни и семейных ценностей «Зарождение». В начале текущего года было заявлено об образовании епархиального центра. В его состав вошли представители 10 районов, которые входят в состав Полоцкой епархии. Тогда служители Полоцкой епархии и сотрудники 12 исполнительных комитетов говорили о демографической ситуации в Беларуси, высказывали свое мнение о пользе создания центра зарождения. Благодаря вот этому координационному центру у нас есть возможность, во-первых, расширить свои возможности для всех благочиний, для всех наших 12 районных исполкомов, которые входят в состав Полоцкой епархии. Вот для всех их мы можем координировать их движение, давать им информацию, знакомить с опытом, учить уже группы людей, которые бы на месте масштабно могли бы и в учебных заведениях, и в медицинских учреждениях, где-то, может быть, какие-то акции, которые бы проводились, может быть, даже в городе или в каком-то сельском населенном пункте, которые бы могли помочь в деле просвещения, в деле защиты жизни ребенка, в деле, даст Бог, улучшения демографической ситуации в нашей республике. Созданию Центра по защите жизни и семейных ценностей зарождения предшествовала совместная деятельность служителей Полоцкой епархии и женской консультации Полоцкой городской больницы. Здесь проводились беседы с женщинами о необходимости сохранения беременности. Священник и психолог работали сообща. Об одной проблеме они говорили разными словами. Решение сохранить беременность принимала женщина. Священник и психолог стремились посеять сомнения насчет прерывания беременности, поддержать и убедить женщину в важности появления новой жизни. Как правило, если поговорит один специалист, доктор, да, чисто свою точку зрения, медицинскую, изложит. Ну да, женщина об этом осознает, она не осознает, но это как-то вот только одна стезя. А когда потом подключается еще специалист-психолог, священник, вот, то это уже какие-то, ну, другого плана размышления, размышления духовные, которые ведь не хлебом единым живет человек. Вот. Поэтому стоит, наверное, ну, даст такой момент задуматься, осознать о ценности жизни. Церковь вообще говорит, что женщина спасается чадородием. Поэтому чем больше, тем лучше. Но, конечно, мы должны понимать, что Господь управляет нашей жизнью. И всегда, сколько детей у нас есть, всех их дал Господь. Поэтому, если Господь дает ребенка, то Он дает и возможность его прокормить. Чем больше это будет понимать люди, тем будет это лучше для нашего благосостояния. Семья сейчас разваливается. Семейных, как бы, отношений уже нет. Если мы говорим о любви, это как самоотвержение, да, служение своему, своей половинке. Ведь речи уже о половинке нету. Это мы, только верующие люди, отсталые, странные, говорим о том, что да, это моя вторая половина. А что это значит? Чтобы были как единое целое, чтобы ты переживал за свою супругу точно так же, как или больше даже, чем за себя. Благодаря существованию необычного кабинета родилось более 70 детей. За 2 года работы выяснилось, что в семьях существует множество проблем, а прерывание беременности – только одна из них. В связи с этим было принято решение о создании Центра защиты жизни и семейных ценностей при Полоцкой епархии.
Предполагается, что реальную помощь смогут оказывать нуждающимся и представители светской власти. Одна из составляющих деятельности центра – просвещение населения. Церковь предлагает на основе христианских ценностей создавать семью, в которой любовь могла бы быть на первом месте, помогая забыть недостатки близких. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, мы с вами снова в рубрике «Вопросы и ответы». Нужна ли человеку семья? Какая от нее польза? Какая польза от родственников, которые постоянно представляют друг другу претензии, ссорятся, чего-то требуют друг от друга? Если вспомнить о цели нашей человеческой, или еще сказать, более глубоко христианской жизни, то это спасение души. И вот если подходить с этой точки зрения, то семья как раз является тем средством, которое помогает нам спастись. Ведь если посмотреть, то многие святые не имели своей семьи. Взять преподобную Ефросинью Полоцкую, наша ближайшая покровительница. Но там совсем другой уровень жизни, уровень спроса. Порою люди говорят, что вот так плохо жить, так тяжело жить, что хочется бежать куда-то в пустыню. Но если посмотреть, сумеем ли мы спастись в той пустыне, это удел совершенно немногих. А если просто это попытка спрятаться от внешних каких-то испытаний, то без тех испытаний мы не сможем исправить себя. Заповедь о любви, она, наверное, и призвана реализоваться прежде всего в семье, в кругу тех, кого мы считаем самыми близкими и родными. Заповедь о любви к врагам, как я смогу научиться любить врагов, если буду обижаться, раздражаться на своих самых родных и близких. И вот для того, чтобы научиться любить, а любить – это способность взять на себя недостатки, самому потерпеть за ближних, то и помогает нам научиться в семье. Если я обижаюсь, то это еще несовершенство моей любви. Нет таких жестких абсолютно грани. Вот я люблю или не люблю. Недавно мне вспомнили поговорку «От любви до ненависти один шаг». Но с точки зрения христианства, это, наверное, практически невозможно. Это показывает лишь только несовершенство нашей любви. Любые обиды, что больше и меньше свойственно каждому из нас, это показывает мои внутренние недостатки. А внешние там, кто, почему там предъявил какие-то мне претензии или какие-то указал на мои недостатки, это показывает, только дает мне возможность к самосовершенствованию. Если, конечно, мы будем, правильно оглядываясь на заповеди Божии, относиться к окружающим. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч. В проповеди прозвучала мысль, что семья – основа государственности. Мы рассказали вам, что в Полоцкой епархии функционирует Центр защиты жизни и семейных ценностей «Зарождение». В рубрике «Православие в вопросах и ответах» вы услышали мнение священника, что несовершенство любви проявляется в семье. И именно семья способна показать человеку
его недостатки. Вы смотрели духовно-просветительскую программу «Лампада». В студии была Лариса Степкина. До свидания. До встречи через неделю.